Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 157 на странице 69 рабочей тетради по русскому языку для третьего класса автора Канакиной. Прочитайте, спешите. Гаснет вечер, скрылось солнце, лишь закат краснеет. Бунин. Записываем эти стихотворные строки. Первая строчка. Гаснет вечер. Пишем заглавные буквы. Газ. Нет. Вечер. Запятая. Скрылось солнце. Скрылось. Солнце. Запятая. Лишь. Закат. Краснеет. Докажите, что вы записали сложное предложение. Подчеркните грамматические основы сложного предложения. Первая грамматическая основа – вечер гаснет. Вторая грамматическая основа – солнце скрылось. И третья основа – закат краснеет. Определите время глагола. Настоящее время, прошедшее время, будущее время. Гаснет. Сейчас настоящее время. Скрылось давно. Прошедшее время. Краснеет сейчас. Настоящее время. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.